Всем здорово, теневые бойцы, с вами Барсук, и как мы знаем уже, да, многие игроки, я думаю, уже каждый игрок об этом знает, что игре Shadow Fight 3 исполнилось уже как 3 года, да, с момента ее релиза, запуска. И, собственно, разработчики этой игры, так сказать, празднуют трехлетие существования этой игры, вот. Ну и, конечно же, в честь этого события они подобавляли в игру разные плюшки, да, там фичи, вот. Они добавили, короче, доску удачи, вот смотрите, здесь доска удачи. Давайте перейдем к чтению текста, что здесь у нас добавили. Отпразднуйте это событие вместе с нами и попытайте счастье на доске удачи. Продвигайте фишку по игровому полю и собирайте награды. Чем больше раз вы сыграете, тем больше наград получите. Чтобы попасть на игровое поле, нажмите на подарок возле своего персонажа. Спасибо за то, что вы с нами. Продолжайте сражаться. И вам спасибо, разработчики. Так, попозже это. Сейчас мы все посмотрим, но для начала давайте так, попозже. Оба, смотрите, у меня подарочек. Ну да, это ежедневный подарок. И, кстати, да, вы все знаете, думаю, тоже, опять же, уже многие об этом знают, что, по-моему, 11 дней подряд в игре будут в честь вот этого события, да, трехлетия существования этой игры, будут даваться, короче, какие-то подарочки, да? О, смотри, как оно отображается, прикольно. В лобби, смотрите как. Так, хорошо, интересно. Ну, вот этот ролик, кстати, даже если он получится коротким, я думаю, что такой ролик я не должен пропускать. Но, по всей видимости, я ж не буду 11 дней подряд, правильно, записывать, там, сколько? А, 7 дней, точнее. Так, еще мы, кстати, забираем награду, нам уже 3 года. Да, понятно, это еще раз я вас поздравляю, разработчики, забираем мы 5 билетов. Каких-то нестандартных, впервые такие билеты, билеты удачи это, да, получается? Ну да, конечно, впервые, конечно, потому что первый раз добавили вот эту плюшечку, да, в игру. А ну, что здесь в марафоне, что здесь в марафоне? Вот, на чем я снился, что в любом случае я этот ролик обязан записать, но я не буду его записывать прям 7 дней подряд, вот. Как я понимаю, здесь какая-то система именно как рулетка, да, работает, то есть ты там на доске, ну просто в сообществе ВК я это видел, как бы в группе Shadow Fight 3 официально, там вот эта доска, короче, там может выпасть всякие плюшечки. Так, смотрите, нас призывает вот эта вот фишечка, на нее нажать, давайте, вот, да, вот, в ВК вот это тоже отображалось. До финала, так, подарок теней, а ну-ка, продвигайте фишку по игровому полю и собирайте награды. Чем больше раз вы сыграете, тем больше наград получите. Угу. Так, у меня есть 5 билетов. Смотрите, одно участие, один билет, да. То есть 5 раз я смогу передвинуть вот это вот. Ну, куда, соответственно, куда вот это вот. О, 117 тысяч, неплохо, народ, неплохо. Вот, куда вот эта вот фишка, получается, ну, пойдет, да. Куда она встанет, то, собственно, я и получаю. Так, хорошо, интересно. 100 с чем-то кагалды, это уже хорошо. Так, 15 эпик ключей, ну такое себе. А чё вот это за бустерпак? Я могу нажать там, посмотреть, чё вообще? Вот я на доске вот нажимаю. А чё, это краситель, да, это понятно, краситель. Эпический бустерпак, билет, ключи, золото, теневуха. Еще какой-то бустерпак с каким-то значком непонятным. Ладно, давайте еще я могу три раза бросить фишечку. И чё у нас здесь? Еще один билет, отлично, хорошо, давайте дальше идем. Так, нажимаем дальше играть. Эпический сетовый даже, смотрите, не... А, теперь понятно, что это за бустер там на доске. Эпический сетовый. И что здесь? А ну-ка. Деформатор. За легион, короче, мне сет, да, выпадает. Эпический. Ага. Короче, сет Кагуна, да, мне выпал здесь. В эпическом сетом. Давайте мы еще раз можем... То есть здесь... Ага, так, давайте. Это что? 10 еще эпических ключей. И еще один раз, да, последний раз я могу бросить фишечку. И получаю я еще... Кстати, у меня награда удвоилась. То есть после каждого круга, да, награды здесь увеличиваются, что я заметил. Я 5 раз, получается, бросил, да, оно потом опять обновилось, и награды здесь уже увеличились. Это тоже хорошо, кстати. Так, ну неплохо, неплохо, неплохо. А здесь больше нигде, да, ничего не нажимается, ничего нельзя нажать. Ага, не хватает билетов удачи. Получайте билеты удачи в качестве ежедневного подарка. Выполняйте ежедневное задание или приобретайте в магазине, ясно. Хорошо, я понял, я понял. Но за это, конечно же, тоже разработчикам спасибо. То есть, смотрите, у вас будут за задание, да, вы будете за задание выполненное получать вот эти вот билеты. Участие недорого стоит, чтобы бросить там фишечку, да, на той доске. Вы потом сможете по 2 раза опять бросить, когда выполните это задание, еще раз 2 раза бросить фишечку. Хорошо, я понял, я понял. Угу. Ну, нормально, нормально, в принципе. И считайте, что вы вот так вот сможете, получается, сколько? А, 7 дней, да, там? То есть 7 дней по 2 раза вы сможете, короче, участвовать. Ну, по 2 раза бросать фишку, вот. И либо же вот в магазине здесь есть тоже, по-моему, да, вот эти билеты. Или нет билетов здесь в магазине? Таких именно билетов нет, смотрите. Тут только ивентовский билет. Хотя там почему-то указывалось, что приобретайте либо в магазине, либо в заданиях. Но в магазине-то вот этих вот билетов удачи нет. А только ивентовский билет. Угу. Ясно, понятно, ясно, понятно. Не, ну прикольно выглядит, да? Так, ага,
Ну все, я, да, не могу уже участвовать. Хорошо, здесь больше ничего, да, нового не добавили? Окей, понятно, понятно. Ладно, народ, этот видос именно по вот этой вот фиче, плюшечке, я запишу только один. Больше я не буду записывать, то есть 7 дней подряд я не буду. Ну, понятное дело, что здесь записывать-то. Чисто я записал, потому что это новая фича, да, в игре. То есть новую плюшечку в игру добавили, я, как ютубер, должен был, обязан просто записать. Записать для вас. Кстати, я еще престижный режим, народ, не записывал. То есть сегодня только буду престижку записывать. Так что, когда, не знаю, ждите престиж завтра. Стоп, а что здесь у нас в миссиях? Ничего не добавили. В миссиях ничего тоже нет. Ясно, понятно. Ну что ж, народ, вот такой вот у меня получился ролик. В конце я хочу добавить, ну, поздравить, точнее, еще раз разработчиков с этим событием, что их игре исполнилось 3 года. Как бы она нас не перестает радовать. Я, кстати, в этой игре практически олд. Ну, чтобы вам не собрать, я играю не прям так из, там, с релиза этой игры, а уже после того, когда вот эта игра релизнулась, и где-то прошло года пол так, вот. Аж потом я начал играть в эту игру. Но опять же, за это время я успел нормально прокачаться, как бы набраться опыта в этой игре, там, скилла, да, какого-то. И я вам так еще скажу, что даже если бы у меня не было своего YouTube канала, я бы в нее и продолжал играть в эту игру, народ. Продолжал бы и дальше играть. Потому что, ну как бы, она меня очень слишком сильно затянула, эта игра. Вот меня ни одна игра так не затягивала, как эта, вот реально. Максимум, сколько я играл в игру, там одну, неделю, не знаю, может пару дней. Это максимум, это в любые игры. До этой игры у меня еще такого не происходило. Я не знаю, что в этой игре такого, но она меня реально засосала просто. Тем более, что я не такой уж ярый там какой-то игроман, да, я там любитель в игры какие-то поиграть, нет. Но именно эта игра меня притянула к себе, я не знаю чем. Опять же, она мне нравится своими механиками, то есть, такое, кстати, такую механику боевочки, такую графику, там, да, сюжетиком тоже. Я на мобильных устройствах такую игру вижу впервые, поэтому, может, из-за этого она меня и затянула. Да, и в принципе, игры жанра файтинги мне всегда нравились, как бы. Поэтому эту игру я мимо, конечно же, не прошел. Все, народ, извините еще раз, что у меня концовочка видоса затянулась, на этом я точно завершаю видос. Всем огромнейшее спасибо за просмотр, ставьте лайки, пишите комменты. Те, кто смотрит мои ролики без подписки, но вам нравится мой контент, я буду очень благодарен, если вы подпишетесь на мой канал. Нажмите на вот эту вот красную кнопочку подписаться. Вам не сложно, мне приятно. Ну и чтобы не пропускать мои следующие видосы, я думаю, вы знаете, что делать, а именно нужно нажать на вот этот вот колокольчик. А с вами был Барсук. Дальше только лучше. И всем пока.